Итак, кто у нас художник? Я! Кто жмёт? Я! Кто рабочий сцены? Я! Кто парикмахер? Я! Кто фотограф? Я! Кто водитель? Я! Кто бухгалтер? Я! Кто хореограф? Я! Кто костюмер? Я! Кто режиссер? Она! Зарайский народный театр под руководством Елены Зайцевой известен не только в Зарайске, но и за пределами округа. Неоднократно он становился победителем и лауреатом фестивалей, конкурсов разных уровней, и без их участия не проходит ни одно значимое мероприятие в округе. На днях на встречу с коллективом приехал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. Он поблагодарил всех за труд и преданность театру и ответил на волнующие вопросы, а также обсудил с коллективом их участие в важном для округа мероприятии. Особо признателен за инициативу и решение поддержать месячник благотворительности, который будет проходить у нас в округе до конца текущего месяца. Благотворительный показ спектакля состоится в ближайшее время, рассказал Виктор Петрущенко. Афиша спектакля будет опубликована позже.